По итогам 2017 года компания «Росклимат» является лидером сегмента водонагревателей с сухими тенами. В нашем ассортименте среди эмалированных баков серия Formax представлена на стенде. Соответственно, здесь в разрезе можно увидеть сухой тен. Это говорит о том, что колба надежно защищает тен от соприкосновения с водой. Соответственно, тен надежно защищен от накипи. Соответственно, увеличивает его ресурс работы, и мы можем гарантировать, что он проработает в течение всего срока службы. Далее, это возможность без демонтажа ремонта, потому что вытащить тен можно непосредственно из бака, не выкручивая всю нагревательную группу. И третий момент, установлено два тена, поэтому если вдруг один выйдет из строя, можно легко будет его заменить, и пока будет производиться замена, водонагреватель будет работать даже с одним баком. Среди новинок представлены серия «Кубик». Это водонагреватели малого литража, 10 и 15 литров. Они отличаются высокой скоростью нагрева. 10 литров нагревается до 75, до максимальной температуры, за 19 минут. 15 литров нагревается за 23 минуты. Подключение возможно снизу, либо сверху. Это компактные модели, которые очень удобно использовать для небольшого расхода. Вторая новинка – это серия Axiomatic Prof. Это бак 200 литров с напольной установкой. Он нагревается за 300 минут, что очень хороший показатель для данной серии. Толщина изоляции позволяет сохранять ему температуру воды до 48 часов. Тен здесь установлен тоже мощный, 3-киловаттный.